маршрут изменился. Через 200 метров поворот направо. Маршрут изменился. Поворот направо. Затем через 200 метров поворот направо. Маршрут изменился. Пытаюсь закружить. Перестраивал маршрут. Поворот направо. Как все это дело происходит? Моментально просто перестраивается. Отлично, предупреждение где-то за 150 метров до поворота. Через 350 метров поворот налево. Переход. Через 400 метров конец маршрута. В фоне сейчас у меня запущен видеорегистратор Daily Roads. И, соответственно, как вы понимаете, идет запись с экрана. Поковыряться в настройках и посмотреть, именно есть ли возможность переход выставить заезда во двор. Вот так чудненько работает.